Одним из важных вопросов, рассматриваемых на конференции местного отделения партии «Единая Россия» в районном культурном комплексе, стал вопрос утверждения нового секретаря местного отделения партии. Ранее эти полномочия досрочно по собственному желанию сложила Надежда Суровцева. Так, перед началом конференции местный политсовет предложил претендентов, исполняющего полномочия главы городского округа Щелково Сергея Горелова и руководителя местного отделения молодой гвардии «Единой России» Алексея Пирогова. Далее последовало голосование. Голосование проходит тайно, и после подсчета голосов будут объявлены результаты. И по результатам подавляющее количество голосов было отдано Сергею Горелову. Предлагаю утвердить протокол номер 2 по избранию секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Спасибо большое. У нас впереди очень много задач, поставленных и партией, и правительством Московской области. Впереди у нас праймерис, где мы будем голосовать за тех, кто достойно должен будет представить партию «Единая Россия» на выборах депутатов городского округа Щелково. Потом сами выборы. Нам необходимо будет сформировать хорошую, сплоченную команду единомышленников, партийцев, которые в составе одногруппного городского совета депутатов смогут работать на благо жителей городского округа. Произошли изменения в самом политсовете. По собственному желанию ранее его покинули двое членов. В результате в состав политического совета вошли Надежда Суровцева и Дмитрий Васин, которых также избрали тайным голосованием. Стоит отметить и то, что ряды партии пополняются. В ходе конференции были вручены партийные билеты 11 новым членам «Единой России». Анна Бальет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».